Всем привет, с вами канал PS4 Xbox One Russia. Привет, друзья. С вами Санек и Илья. Сейчас у нас по плану, так сказать, Обзор подписки да. Nintendo Online. Да, Nintendo Online. То есть это разновидность PlayStation Plus, Ну, как Xbox PlayStation Plus, да. Pass. Вот, мы посмотрим, что предлагает Nintendo своим, ну, что входит в эту подписку, короче. Да, и сколько она стоит. Да, и сколько она стоит, немаловажно. Так, тут отдельно прямо они сделали Nintendo Switch Online. Вот. Заходим. Вот он. Итак, смотрим, да, что дает нам данная подписка. Во-первых, 7 Кстати, дней да, а бесплатно. PlayStation Plus там 14 дней дается бесплатно. Смотри, ну что тут? Бесплатная загрузка. Супер Nintendo игры, вот эти все. Танчики, все вот это вот у тебя будет доступно бесплатно. В эту подписку включено. То есть уже можно что-то поиграть. Ну, как бы. Ага. Коврик. И даже стандартное Марио, да, вот это вот. Да, да, да. Но это на Nintendo 64 обычный SNES. То есть обычный Денди, грубо говоря, мы привыкли. Вот это шелковый коврик, это я не знаю. А, для Animal Crossing. Ну, вот, как бонус. Тетрис 99. В Тетрис он играть. Ну, тут вроде как прикольный Тетрис какой-то. Можно в онлайне играть со всеми. Там что-то вообще. Вот. Это на обычный SNES, да, вот эти игры. Вот вдвоем там эти танчики, вот это вот Супер Марио и так далее. Офигеть. Вот. Нет, это, конечно, блин, вообще, только это, по идее, настоящий дэнди. Ну да. Охренеть. Круто. А что ты удивляешься, типа? Наоборот, это тренировки только духов за это... 20 тысяч рублей, правда. Драгоценные явры, Кэнди Крэшет какие-то... Кэнди Крэшет, я так Кэнди понимаю. Клэш. Клэш, это... Что за игра такая? Какие-то яблоки для получения денег. Или же не Кэнди, а Кирби Клэш. А, Кирби Клэш, это... Ладно. Вот это вот у нас Super Smash Bros. Ultimate для игры. Вот. Набор для тренировки духом. Духов. Вот. Так, и ваучеры. А, ваучеры для Nintendo. То есть тут можно, соответственно, ну, покупать отдельные ваучеры. Это прям дарить кому-то. Это коды погашения, то есть. Ну да, вот. Купить набор из двух ваучеров, которые можно будет обменять на избранный загружаемый программы Nintendo. Вот, ну, что-то стоит какой-то кунский ценник. Я даже... Короче, что главное дает этот онлайн? Что вы можете онлайне, собственно, играть. Без этой подписки вы не можете в игры играть онлайн. Вот. Да ладно, как да. PlayStation Plus, то есть? Да, 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 то же самое. То есть вот они, вы говорите, вот без этой подписки, вот в это вот в игры, вот вы только в синглплеер можете играть. Вот, кстати, вот эта игрушка у меня уже куплена. Вот. То есть для нее. А, это, короче, вот, это кооперативная игрушка. Ты ее купил? Но она бесплатная, типа, дается. Вот, Mortal Kombat, вот эти все монополии, вот, все игры вот эти, короче, вы не сможете играть без этой подписки. Давайте к ценам посмотрим, виды членства. Глянем, сколько это все добро стоит. Можно для семьи выбрать, можно для себя. Вот, бесплатная пробная версия. Вот, кстати, цены, в принципе, 279 рублей. За месяц. Ну, подешевле, чем да. PlayStation Store. На год 1400, грубо говоря. Кстати, ну это совсем дешево. PlayStation Store уже 5000 стоит подписка годовая. Тут вообще как бы классно, смотрите. Ну, давайте попробуем бесплатную версию, 7-дневную. Сразу активируем. Ага, вот у нас как раз таки кредитную карту, привязка. Это мы в следующем видео снимем. Как... Отдельно, да, у нас будет видео, как мы привязываем карту. Да, к Nintendo Switch. Вот, соответственно. Так что, надо тогда записать сначала то видео, да? Ну да, а потом уже... А ну вы это не заметите, мы склеим, потому что опять два куска. После того, как уже привяжем карту... Да. То есть для вас это произойдет, нормально все будет. Да, ну все, давайте тогда сейчас... Сейчас привяжем карту да. и продолжим. Да. Так, все готово. Мы привязали карту. Да. Так. Так, да. Ну, пароль. Ну это можно будет просто обрезать этот кусок.
полностью. Так, вот, готово. Вот, то есть автоматическое тут продление идет. Германия. Где? Германия написано. Не вижу. Вот. А, странно. Ну, тут можно автоматическое продление, кстати, соответственно, его отключить. Сейчас я покажу, где это отключается. Так. Получить контент сразу получен. А, уже получено, понятно. Так. Тут коды также можно. Так как его. А, понятно, это, короче, знаете, где делается. Вот, типа, тут показывается, до какого числа он действует. Так, вот. Так, сейчас. Вот. Способ оплаты автоматическое продление. Ну, допустим, там только средства. Все. И то есть он как бы средств 0, поэтому он как бы не спишет ничего. Вот. То есть это лайфхак такой, чтобы он через 7 дней ничего не списал. Итак, что нам доступно? Давайте сейчас сразу пробежимся. Вот. То есть Тетрис бесплатный. Сейчас мы его загрузим, сразу посмотрим. Ты сам место-то есть? Ну, конечно, есть. Поудалял. Он в хит-парад входит. Тетрис. Ну, то есть, как бы такой, люди играют. Вот, и вот эти вот, давайте посмотрим. Запустим. Вот это загружается. Вот, Саня хотел посмотреть там эти танчики. Вот сразу проверяется возможность запуска той программы. То есть проверяет свое членство. Вот один игрок, два игрока. Он, пожалуйста, играть онлайн. Допустим, один игрок. Тут игры есть. Ух ты, блин. Донки Понг. Теннис, он, смотри. Волейбол. Супер Марио Бразерс. Линк. Первая часть. Так. Но мы ищем танчики. Где наши танчики? Так. Так. А, значит, это в два игрока, подожди. А, или это чисто. Так, подожди. Так, Санек, надержи. Ну, что делать? Нажми. Я его на контроллер. Кстати, я... А, ну или так. А где тут его? Вот. А, нет, подожди. Так, сейчас. Сейчас. Надо забраться еще, ребят. Так. Так. Во. Так, а у меня. Так, вот так он. А, SL. А, понятно. Вот так вот на это нажми. Вот на эти два. Вот эти, вот эти, да. Во, все. Так, ну что, сейчас посмотрим, что тут вдвоем можно сыграть. Так. Куча игр, кстати, где можно вдвоем сыграть. Вон, теннис, например, смотри, Санек. Так. Подожди, ну где танчики точно там были? Поиск можно делать? Сейчас.
Может, не в этой, может, во второй, типа, Nintendo подписки. Так там это... сейчас... Скинбол... Ну, давай вот, например... Вот, теннис. Как его? Запустите это... А, вот это, ну, все, да, понял. Курсор. Серьезно? SL. Плюсик. Подожди, ты что-то запустил за ним? Это не я. А, так, подожди. Так, кнопка старт. Так, подожди. А где тут плюс-то? Плюс вот. Нет. Ты зак... А, это у меня. Так, подожди, плюс. Плюс это крестовина, он имеет в виду, наверное. Плюс SL. Крестовина плюс SL. А. Нет, это мимо управляем. Блин. Геморройно тут. Подожди, как? Почему тут? Подожди. Так. Вот кнопка SL и кнопка старт. Это плюс. И SR это что такое? Ну, SR это вот. А, вот это SR. Значит, плюс SR. А, во. Ты можешь там это? Так. Плюс. Как? А я не понимаю, где плюс. Вот. А, ну ты нажми. Подожди. Сейчас. А, вот я могу двигать. Ты можешь двигать? А, потому что я. Ты один играешь. Да. Так. Так, вот как. Установки движения для перемотки, кнопка Select. Как вот, почему он не дает мне... Блин. Так, сейчас. Не, ну это выбор. Он скриншот сделал. Это я случайно. А, ты... Ну, короче, ребят, тут, блин, никто не играл... в это... Промазал. Кто не играл... Да, тут, короче, долго разбираться надо. Да. Давай, не ошибка даже. Так. Что происходит? Ну, короче, да, разберемся потом когда-нибудь в этом деле. Ну, короче, блин... Ну, давай там еще что есть. Мы же магазин обозреваем. Блин, они не синхронизировались. Так. Вот как их синхронизировать? Так. Ай, блядь, честно. Это, конечно, гемор. Тут надо про контроллер, короче, отдельно, потому что это вот реально геморрой. Так. А, может тут... А, наверное, вот тут сброс есть. Вот там кнопка. Так, и вот тут есть сброс кнопка. Нет. Вот он типа должен быть синхронизирован. Вот видишь, он показывает.
Ну, я вижу, что я вижу, что это значит. Что я запустил? Так, ладно. Посмотрим, что там еще есть. Короче. Так. А что там сбросилось, что ли, твои настройки? Как-то ты же переназначал кнопки? Они сбросились? Нет, они не сбросились. Просто я не понимаю, какой логика тут, когда он тут, когда можно его, собственно, короче, привязывать. Ну, когда, чтобы они синхронизировались, потому что когда ты их вставляешь, типа, в джойстик вот этот, они нифига не синхронизируются, а должны синхронизироваться, по сути. Или а я, может быть, дурак. А? Зачем их синхронизировать? Ну, чтобы они нормально работали в таком режиме. Сейчас они работают в разных режимах, понимаешь, в таком. А надо, чтобы они синхронизировались. Может, не знаю, в комментариях кто-то напишет, кто владеет этой консолью. Как это все тут работает. Нам же подписка, мы сейчас подписку обозреваем. Это понятно. Ну вот, короче. Игры вот эти вот доступны. Вот, то есть можно поиграть. А игры месяца тут есть, которые бесплатно даются? Нет. Серьезно? Нет. А, стоп, тут есть прекратическое автоматическое продление. Вот. Так вот, в разделе «Мое членство». Вот, нашли. Ну, так можно сделать, и так можно сделать. Прекратить. Все. И он... Вот, автоматическое продление прекращено. Вот. То есть это в самом профиле. Вот. Ну, в принципе, вот так вот. Такая что, вот. Так все, это все, и все, что есть подписка, да, все? Все. Да ладно, что-то мало как-то. Ну как мало? Ну, вот тебе просто две игры. Покажи еще раз. Мне кажется, что там что-то еще есть. Две игры. Да я тебе говорю, все, только это. Вот. Тетрис. Контент только для членов. Да. Так. Ваучеры, программы, которые поддерживаются. Блин. А, еще что для вас доступно? Вот. Тут, короче, сохранение у вас будет облачное. То есть ты вот играешь, и в обычном режиме у тебя. Не сох... ну, на консоли только сохранения идут. Ну, как на PlayStation Plus. Здесь же, вот, даже в раздел, если заходим. Настройки. Управление данными. Вот, облачное хранилище данных. Вот. И только с этой подпиской, вот. Вот, они передаются... Ну, туда. Можно настройки создания резервных копий. Вот, автоматически копировать данные сохранения. Вот, то есть, если вы сменили консоль, вот, или сбросили все. Вообще настройки все в консоли сохраняются. Если все сбросили, консоль все удалила, и ваши сохранения пропали. Здесь же позволяет их, ну, как на PlayStation сделано. Все сохранить. Вот. Так, что там Тетрис? А, приостановлено, потому что вот эта игра открыта. Открыть. Вот. Ну, короче, вот так вот. Такая вот у них подписка. Конечно, в чем-то она дешевле, но в какие-то бывали бы... Давали бы они игры какие-то эксклюзивы. Каждый месяц они что, не дают бесплатных игр? Нет, не дают. Не дают. Они дают только Тетрис, они дают вот эти вот... А на следующий месяц не обновится? Что-то другое не появится? Нет, нет. Каждый раз такое.
Вот, то есть они вот это только дают. Ну, тогда понятно, почему дешевле Если подписка. бы они давали, например, прикольно было бы, если бы давали игры какие-то, вот, типа бесплатно, да, тут можно вот было в Соника поиграть, в Марио и так далее, какие-то эксклюзивные свои, это было бы прикольно. Но жадюги не хотят делиться. Вот, ну все, собственно. Ну да. Такой вот. Так, надо напомнить о том, что выгоднее всего подписку оформлять и вообще покупать игры с карты All Games. Да. А То есть карту вам All Games лучше возвращают. всего оформить именно по нашей ссылке в описании, потому что после активации будет приветственный бонус. Да. То есть поэтому и так игры дорогие, а так можно хотя бы. Хотя бы иногда получать Да. их бесплатно за счет Да. накопленных баллов All Games. Все, тогда до встречи в новых видео. Да, все. Всем пока. Пока-пока.